Всем привет! Такой вот телефончик получил, заказал на AliExpress. Короче, это опять же для Лёхи. Все запакован. А то у него нет вообще смартфона. Пора приучать человека к современности. Сейчас мы его откроем. И посмотрим, а то и бывают отзывы на некоторых продавцов, что в коробке совсем другой телефон. Сейчас посмотрим. 10C, такой бюджетный, да, 10C. Такие вот характеристики у него. Процессор Snapdragon 680. Так. 50 мегапикселей основная камера. Ну, 671 дюйма дисплей. И 5000 батарейка миллиампер. Такой в синем цвете. Запотел. Все вот так, а вот сзади выглядит. Так, ладно. Что у нас еще тут в коробочке? Тут должна быть... Ничего не должно быть. Зарядка должна быть. Иголка для вскрытия. Зарядка. Кабель. Должен быть Type-C. Type-C кабель. Так, в нем нету ни чехла, ни стекла. Ну, потому что такой бюджет. Заказал вдогонку. Не вдогонку, а сразу заказал эти все дела на Алиэкспрессе. Первое включение. Прошивка 13. Миуи. Ну, ставьте сим-карту, там, тыры-пыры. Дальше все ясно. Заряжен на 47%. В общем, я думаю, все будет работать. Даже нашел это все. Цена нормальная. 10 тысяч за такие деньги. Такой телефон. Ну, как говорят, как пишут. Вполне нормальный. Че, и там кого-то не устраивает, что рамки толстые. Ну толстые. Ну. За эти деньги такие рамки. В общем, ссылка на него будет в описании. Если что, выложу его, не выложу. Так, телефон подключил
к интернету. Сейчас что-то будет. Ну, камеру включить, проверить, что еще я могу на видео, да и все. Так, ну это... Это все потом. Тиньков-то зачем сюда вперся? Ну ладно, пусть будет. Так, ну все, телефон обновился, разблокируется отпечатком. Спокойно, все быстро. По лицу я не делал, но так как не мой пока телефон, что делать. Все работает, все обновилось. Пока все летает, естественно, пока осталось добавить аккаунт. Ну, сейчас создам ему аккаунт. Ну и отдам ему, когда придет чехол и стекло защитное. Ну, стекло защитное там вроде как говорит, она покороче бывает. Ну, не важно. Значит, в нем две сим-карты. И место, ну и лоток под флешку отдельный должен быть. Сейчас посмотрим. Так, где-то у меня тут был инструмент. Вот инструмент. Сейчас попробую открыть здесь лоток. Чик. Ну, открыл. Вот под две, как наносим, и под флешку. Так что так, все работает, можно брать у этого продавца, не обманул. А то я там почитал отзывы на других телефонах, некоторые пишут, что присылают вообще другой телефон, там вообще там какой-то древний. В общем, как получил чехол, стекло, приклею, одену, тогда продолжу все это, видео выложу. Ссылка будет в описании. Ставим лайки, подписываемся на канал. Так, здесь чехол плюс защитное стекло или пленка, сейчас посмотрим. Плюс защитное стекло на Redmi 10C и на вот это на зад на камеру. Ну что-то непонятно, ну ладно, разберемся. Сейчас проверим целостность. Ну, так вроде все цело. В общем, как приклею, покажу все вместе с телефоном. Так, это чехол для телефона Redmi 10C. Сейчас у меня с собой нет телефона этого. С магнитиком под, блин, это под чего такое, короче, тут
три карты можно. Можно и 6 вставить. Сюда можно карту. Тут можно привесить. Но она ему нафиг не надо. 100%. Ну, в общем, ставлю телефон. И все увидим. Плюс приклею стекло. И все будет обгамахт. 10C. Xiaomi. Redmi. Redmi 10C. Смотрим. Короче, вот, одели телефон. Наклеили стекло. Немножко с пузырями получилось. Ну, не критично. Сколько прослужит. Вот. Так, так. Так, так, так. Redmi. Все. Ссылки будут в описании. Покупайте.